Паспорт, ручка и бутылка с водой. И главное, голову не забыть, раздают последние ЦУ педагоги. А еще когда-то кто-то поверил в то, что шоколад улучшает работу мозга. И теперь в арсенале каждого экзаменуемого официально разрешенное любимое лакомство. ЕГЭ по литературе – это легко, утверждают выпускники. Все как один твердят, волнения нет. Я готова на все 100%. От себя я жду результата на все 100%. Не волнуюсь, все нормально. Что удивительно, страха на самом деле нет. Настрой очень боевой. Готова написать настолько баллов, насколько смогу. Потому что учились все-таки целый год, учились не зря. Вот. Для чего тебе литература? Куда планируешь поступать? Планирую поступать на медиакоммуникацию у нас в МГУ. Направление новое, пока еще выпускников в Мордовии нет. Но я думаю, что будем первооткрывателями в этом плане. Своих будущих коллег надо знать в лицо. Мы решили еще и вам таковых показать. Знакомьтесь, Олег Благов. Жизнерадостный и целеустремленный. Готовится поступать на филфак, чтобы стать журналистом. Литература – основной предмет на вступительных экзаменах. И Олег уверен, знает его на отлично. Страха совершенно нет, настроение боевое. Сдадим экзамен на хорошо и отлично, обязательно. Часы пробили 10 утра, и задания единого госэкзамена сию секунду прилетели в аудитории сквозь всемирную паутину. В этот момент журналистов просят удалиться. Наблюдать за школьниками все 3 часа и 55 минут будут сверху две видеокамеры с высоким разрешением, снизу живые наблюдатели. Эксперимент этого года в 8 регионах, в том числе и в Мордовии, опробовали технологию передачи экзаменационных материалов по сети интернет. Отличительной особенностью экзаменов в этом году является использование новых технологий. Это получение экзаменационных материалов в пункте по сети интернет, сканирование экзаменационных материалов в пункте. В данном пункте номер 103 сегодня проходит экзамен по литературе. Распределено 124 участника. Экзамен проходит в штатном режиме. Мы надеемся, что экзамен завершится успешно. В 18-й школе первые ЕГЭ пишут 124 выпускника разных учебных заведений Мордовии. Экзамен по литературе состоит из двух частей. В каждой 17 заданий. И 32 – это минимальный балл. Олеся Плакиткина, Александр Труднов. Наши новости.